Как вы думаете, где нужно родиться, чтобы вкуснее пахнуть? Высоко в горах или на берегу моря? Профессиональные парфюмеры всего мира считают, что самое благодатное место на Земле для цветов и ароматных растений – это город Грассе, который находится на высоте 300 метров над уровнем моря на лазурном побережье Франции. Сочетание морского и горного климатов придает запаху цветов удивительно тонкие и неповторимые оттенки, так высоко ценимые законодателями парфюмерной моды. Наше путешествие в Грассе было связано с презентацией нового парфюма от Oriflame – духами Enigma. Этот аромат был создан одним из чародеев мира запахов, наследником парфюмерной династии, великим маэстро Бернаром Лена. Знаменитый парфюмер сопровождал нас в нашем путешествии. Он рассказывал нам о тонкостях своей профессии и делился секретами создания духов. Учил различать оттенки и нюансы запахов. Под чутким руководством маэстро на фабрике Ферганар мы осваивали технологию изготовления парфюмов и даже создали свои собственные духи. Сама фабрика оформлена как мини-музей. В просторном холле выставка старинных аппаратов для получения эссенций из ароматических растений. Если кто-то читал «Парфюмера» Зюскинда, то представляет себе процесс получения ароматной воды в бандурах, похожих на самогонные аппараты. Принцип их действия такой же. А вот это, вы видите, пластина с жиром, на котором выложены нежные цветки жасмина. Запах хрупких цветов разрушается при термической обработке, поэтому раньше, для того, чтобы добыть и сохранить волшебный аромат, использовали очень сложные технологии. Жасмин – это символ луны и ночных тайн. Ночью цветки жасмина распускаются и наполняют округу сводящим с ума чувственным дурманом. Днем цветки опадают, а следующей ночью распускаются новые. Грасский ночной жасмин – один из самых дорогих цветов в мире парфюмерии. И если утром все распустившиеся бутончики не собраны, то утерян драгоценный урожай прошедшей ночи. Поэтому в любую погоду и в дождь, и в сильнейший ветер люди выходят с корзинками в поле. Еще одно удивительное место в Грассе – это заповедник ароматных растений и цветов. «La du Parfumer» – ботанический сад, в котором сохранено сельскохозяйственное наследие Грасса. Растирая в ладошках листики и травки, мы улавливали такие привычные домашние запахи – зубной пасты, жевательной резинки, варенья или шоколада. Последний день путешествия отложился у меня в памяти как пестрый калейдоскоп впечатлений. Мы позавтракали в Грассе, потом пообедали в Каннах, а ужинали мы уже в Ницце. Традиционное фото на красной каннской лестнице, камешки с лазурного берега на память и наши латвийские сантимчики на дно французских фонтанов, чтобы вернуться.